склонность к меланхолии, замкнутости, депрессии, трудности выражения собственных чувств, одиночество, изолированность от общества – характерные признаки этого человека. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Из негативных моментов у людей с этим именем можно назвать эгоизм, цинизм и высокомерие. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Волны судьбы влекут их к неизвестному, иногда затягивая водовороты. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Людям этого имени присущ философский подход ко всему. Они участвуют в вечной жизненной гонке, наблюдая за собой и другими как бы немного со стороны. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Если этим людям не удается избрать себе морскую карьеру, на суше они могут преуспеть в делах, которые также связаны с поездками, командировками, новыми встречами и оригинальными проектами. Они чаще других являются основателями новых религиозных течений, авторами новых оригинальных философско-религиозных концепций. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.